Уважаемые жители Самары, примите искренние поздравления с наступающим 2016 годом. Для каждого из нас уходящий год был отмечен особенными личными победами и достижениями. Именно из этих маленьких радостей сложилась еще одна страница истории нашей любимой Самары. Вместе мы сделали этот год временем созидательных перемен. В городе пересматриваются подходы к наведению порядка и благоустройства. Ведется работа над решением реальных проблем жителей. В этом году, несмотря на сложную экономическую ситуацию, нам удалось в очередной раз подтвердить статус Самары как одного из крупнейших культурных и промышленных центров страны, космической столицы России. Мы, как и прежде, занимаем лидирующие позиции в науке и образовании. В этом году 4 самарских вуза и 4 учреждения среднего образования вошли в рейтинг лучших по всей России. А молодой и талантливый педагог Сергей Кочерешко стал первым на конкурсе «Учитель года России» в 2015 году. Отличным достижением является то, что к концу года мы, как и было запланировано, ликвидировали очередь в детские сады среди детишек в возрасте от 3 до 7 лет. Принимая во внимание демографический прогноз, мы будем продолжать создавать новые места в детских учреждениях и в будущем, строить новые школы. Большие преобразования коснулись внешнего облика Самары, сферы городского хозяйства. Был проведен масштабный ремонт десятков улиц, закуплена техника для благоустройства и общественный транспорт, отреставрированы фасады старинных зданий. Дорогие земляки, совсем немного времени остается до предстоящего чемпионата мира по футболу. Для реализации всех этих замыслов важно приложить усилия каждому из нас. Мы должны упорно трудиться на своих местах день за днем, отдавая выбранному делу не только опыт и знания, но и частичку души. Именно от нас, от нашего единства и сплоченности, порядочности и таланта, трудолюбия и воли зависит будущее Самары. Искренне благодарю вас за неравнодушие и активное участие в жизни родного города. Я хочу, чтобы новогодний праздник согрел ваши дома семейным теплом и наполнил их счастьем, миром и благополучием. Крепкого вам здоровья и исполнения желаний. С праздником! С Новым годом!